Всем привет! И вообще я готовил сейчас вступление под гелик, на котором ездит Гена в Воронеже. Вот на этих больших колесах. Вы много раз писали, покажите его больше, больше снимайте. И мы договорились, что будет заруба с джипкастом, с их рубиконами подготовленными против нашего воронежского гелика. Но не получилось. Последний момент, не успели доделать машину после того, как она пострадала на предыдущих покатушках. Поэтому будем отдуваться за Гену. Вот на этом Прадо, на самой обычной лысой зимней резине. Вы слышите эти вот радостные крики, это люди радуются, потому что сегодня будет происходить какое-то шоу. А приехали к нам сегодня, вернее, нас унизить или что там сделать. Ну, во-первых, Виллис на моторе, на УЗЭТе, на автомате, но он настолько круто сделан. Джипкастом, конечно, молодцы, мне нравятся их проекты, когда они именно вникают в эту тему, не просто навешивают какую-то фигню, там, тюнинг, который продается, в принципе, везде и доступен к заказу. Они сами именно доказывают свое название кастом. И там стоят еще куча Jeep Wrangler Rubicon подготовленных. Ну, и есть несколько ребят, которые приехали составить нам компанию. Это Kia Sportage, оранжевый, который вы все любите на больших колесах, Pajerik и многие другие. Что, пойдем расспросим сначала про кастом? Напоминаю, это 45-й год, то есть военный джип, пригнанный с Волгограда еще года, наверное, два назад. Сейчас стоит здесь V8, от 3UZ двигатель на автомате, 40-е колеса Extreme, резина, бедлоки двухсторонние, мосты от патруля 61-го с блокировками жесткими спереди и сзади, ремни безопасные четырехсточные, здесь катаются девчонки в этот раз, есть крыша, есть двери. Есть дуга безопасности на всякий случай, ящик, ну и, конечно, климат-контроль вот такой здесь. Я хочу подчеркнуть, что все сделано именно в стиле вот этих вот 45-50-х годов. Ну, оно, в принципе, вся начинка современная. И выглядит это нереально круто. А как едет, мы сегодня увидим. Едет точно классно. Наконец-то вы доказали свое слово кастом, а то я всегда скептически к вам относился. Да, ну что, поехали разваливать твой прадик. Он не мой. Не твой еще? Куда ты девчонок привез? Они сами хотели, мне полгода говорили, хотим, пожалуйста. Ездили на джимнике, хотят они, чистые, сухие. Хотят они много грязи, сегодня его получат. Сработано. Три проверим. Сейчас можем в грязи все быть, пацаны. Мишань, стравил мало. Чудес не бывает, колея глубоковата. Ну давай попробуем еще ходами. Как вам оффроуд? Ну, я так понимаю, это только начало. Как джимник? Джимник прекрасно. Он сейчас на свапе. Если влево въедешь, хорошо, у меня будет 1,5 теперь, а не 1,3. Я вообще буду просто лучше Виллиса. 32-е колеса туда. Ну нет, так колеса у меня 30-е. Ну хотя бы 32-е. Не, мне не надо. На 1,5 уже надо. Не, я же в триале, мне там не надо. А вот когда у вас моторы ложатся, что потом, тачка на полгода выбывает? Моторы у вас ложатся, Вадим, у нас все нормально. Было всего две истории, надеюсь, не повторится больше. Ты, кстати, 3 года назад, не помнишь?
Прям вот на двух машинах одновременно погибли моторы смертью храбрых. Это был для меня такой шок. Я думаю, где брать деньги, что делать дальше. Сейчас, конечно, я уже по-другому на все эти вещи смотрю. Какая-то срочная покупка, какие-то срочные финансовые проблемы даже. Ну, чаще что-то захотелось срочно купить. Вот, Вадим, да даже вот для всех могу рассказать. Сейчас гораздо проще. Берешь карту Тинькофф Платинум, заказываешь. Это всего 30 секунд времени занимает. Тебе привозят ее на следующий день, курьер, домой. Кредитный лимит по карте Тинькофф Платинум 1 000 000 рублей. Также можно переводить до 100 тысяч рублей бесплатно, без процентов, на любые карты любых банков. Также можно перевести на дебетовую карту и снять наличные. Кэшбэк до 30%. Один бонус равен 1 рублю. Вот это вот реально прикольная вещь. Вы просто пользуетесь картой Тинькофф Платинум, еще получаете кэшбэк. Также рассрочка 0% до 12 месяцев. И, что самое интересное, до 120 дней без процентов на погашение других кредитов. Вот сейчас у нас вопрос. Мы на прошлой съемке, буквально позавчера, утопили две камеры. Кто знает, сколько они стоят, тот, конечно, понимает, о чем идет речь. Вот где сейчас взять срочные деньги? Либо копить. Ну, тогда у нас видосы не выйдут, наверное, в ближайшие несколько месяцев. Либо мы идем с Тинькофф Платинум в магазин, сейчас буквально с Вадимом поедем, и будем их приобретать. А что делать, куда деваться? Нужны новые камеры. И переходите по ссылке в описании, заказы Тинькофф Платинум. Это займет у вас 30 секунд, я уже повторяюсь. И если вы закажете ее до 31 августа, то обслуживание карты будет бесплатным навсегда. Вообще без вариантов. Ну сейчас с третьего раза может и получится. Вот с третьего я говорю, есть шанс. Сейчас туда поедет. И говорят, там можно перевернуться на левый бок, по-моему, лечь. Почему девчонок туда не отправились, пугались. Сейчас унизит все вот эти джипы. Вот, Дэн, тебя посади за руль, ты так никогда не проедешь, правильно? Можно попробовать. Блядь, здесь это поплыло. От праздника здесь поплыло, видели? Там уже не поплыло. Старое, да? Я же сказал, проеду. Вопрос времени. Миш, смотри, у тебя что-то оторвало. Да, вот. Брызговик. Черкан прям поедет. Подъем с переворотом жестким будет. По сценарию, да. Мы договорились, что он пляжет на бок. Это для нашего канала, это не новое. Эксклюзив только для нас.
Форсеры видел, CF3000. Одни убийцы, братья. Внимание, гвоздь программы. Шеви Нива, который вы видели в Брянске. Беспощадная там. Беспощадный владелец Шеви Нивы проверяет ее на прочность от раза к разу, каждый минут. Просто на лайте. Может старичок, да? Заднее правое пустое. Назад скорее всего. Миш! Стой! У тебя заднее правое колесо пустое! А, да, разулся! Что колесо приделано? Разулся! Жесть! Так его надо наверх вытащить, чтобы сделать колесо! Камеру им включил. Ой, красава! Еще куда дать? А выйди аккуратно, там дерево.
уважаемые телезрители, к вам вопрос. Викторина. Динамический трос находится в чехле. Для чего это делается? Вот для чего? Мы стоим, гадаем. Мы не джиперы, не профессионалы. Есть даже профи, которые они себя считают такими. И никто не знает, для чего. Вот мы не пришли к общему мнению. Чтобы мыть проще или что? Есть версия, что если трос порвется, этот чехол его просто будет гасить, чтобы он там не отлетел никуда. Шумоизоляция. Японцы это придумали еще в 92-м году. То есть они прокладывали арочки. Ни камушки, ни грязь, ничего тебя не беспокоит, когда ты едешь. Вот он полностью все проложен. Вот тебе и японец. Купил в салоне, не надо ничего делать, никакие лифты, джип-кастому заносить чемоданы денег там. Чисто развод. Главное зимнюю резину поставить. Развод для лохов, согласен? Главное зимнюю резину поставить. Экономику страны они, не поднимем. Они психологи, они ведь бабосик есть. Иди сюда, тебе надо это. Оно потом не заработало ничего. Потом, ну давай вот тогда вот кардинально все меняем полностью, снимаем и все заново ставим, да, Костя? Их интересует, как вот этот вот многострадальный Прадо пережил все эти вот с ним приключения и злоключения. На самом деле вообще ничего с ним не было, мы его, в принципе, не чинили, и Миша все ждет, когда же выскочит чек. Но я вам покажу вот этот коврик Целмат, который пережил и много ног, и грязи, и льда, и чего только не было, и прыжков, в общем, всю самую жесть. Это коврик Целмат, который, кстати, имеет этот интересный изгиб под площадку для отдыха левой ноги. Ничего страшного с ним не произошло, но пришло время усовершенствовать наш автомобиль, тем более, что Целмат, сейчас я вам покажу, наконец-то начал на Прадо делать вот такие чудесные 3D-коврики. Кстати, уже модельный ряд, на который 3D-коврики делают в Целмате, уже он обширный, вы можете посмотреть по списку, по ссылке в описании. В чем преимущество? Смотрите, вот эти вот все края, вот это все, это защищает ваш пластик, ворс, обивку вашего автомобиля от ног. Вы, естественно, садитесь, где-то задеваете, где-то загрязняете. Это просто идеально. И еще очень важно, эти коврики за счет этой всей формы, они очень хорошо и плотно укладываются в ваш салон, размещаются там, не елозят. За счет липучек они фиксируются, и они уже как будто бы часть вашего автомобиля. Я хочу напомнить, что можно выбрать Целмат материал, цвет материала. Также форму соты либо ячейки, можно выбрать цвет окантовки, можно добавить сюда шильд фирменный. Также на китайские автомобили сейчас есть тоже все шильды. Что еще сказать, многие не понимают преимуществ еще самых главных этих ковриков, но естественно, когда сюда попадает грязь, мы сейчас попробуем ее найти, хотя у нас сегодня тепло, либо покажем на каком-то очередном оффроуде. Когда сюда попадает грязь или влага, вы просто приезжаете на мойку, либо даже просто вышли из автомобиля, вот так вот взяли коврик,
хлопнули, и все это вылетело. Сейчас наглядно все покажем. Сперва покажем, как эти коврики идеально выглядят в нашем автомобиле. Вот смотрите, достали коврик, он уже полный воды, допустим, с ваших ног, там снег растаял, или после дождя, или грязь достали, ничего никуда не проливается. Как ее убрать? Просто берем вот так вот. Все, можно назад уже ложить. Ну, либо на мойке его аккуратненько отмыть высоким давлением. Ну, я напоминаю, что по промокоду менеджер Антон вы получаете скидку на коврики Целмат. Вы можете перейти по ссылкам в описании, заказать себе. Многие мне, кстати, продолжают писать, напомни, где ты рекламировал, где купить, как это сделать. Это очень легко. Просто переходите на сайт по ссылке в описании, либо запоминаем Целмат, вводим там промокод менеджер Антон, заказываем, выбираем все, цвет, там, окантовку, все прочие моменты, о которых я говорил, и получаете свои коврики. Воду вычерпывай. У меня в салоне сухо. Пацаны, назад, дерните его! Кто пойдет цеплять его? Вдруг сзади справа есть? Давай, кролик! Так ты лебедку возьми, глаз бери. Зачем? Не в этом смысл! Какой кайф! Слушай, то можно было в этих сапогах пройти туда, да? Так-то можно было, я же не сомневаюсь. Меня никто не спрашивал. Я безинициативный парень, как бы. Инициативы нету. Инициатива наказуема. Да не, я думал, я в сапогах утону. А? Реально, сейчас ногу распорят. А я аккуратненько. Утро всем выдал, да? Сапоги, говорю, давай, пацаны, давай. Померьте, вывалил такую кучу сапог разного размера. Никто не подошел. Свободе!
растет. Пацан красавчик, вообще рулит, молодец. Красавцы, пацаны. А что у вас случилось? У нас не никель отломался на колесе и резко пришлось шиномонтажить. 5 шиномонтажей, короче, они все закрыты. Ну не работают, у них работы нет, из-за этого закрыты. Короче, в итоге еле-еле. Блин, и догнали нас. Красавцы. Не успеете еще помочь. А, да. Борьба. Это было мощно. Это было очень мощно. Ча-ча. У тебя вывалился этот, как он, наполнитель из бампера? Как он, это ерунда. Это лишнее запчасть. Я все жду, когда эти до конца отвалятся, чтобы уже наконец эти просто силовые приварить, да, силовые, и все. Они держатся вон на одном фаркопе. Так что. Пацаны, дамишь на черте в отсечку лупят. Пацаны вообще красавчики. Давай лебедиться туда! Красавчик, 5 баллов.
Еще. Интересно, увлекательно. Нормально, а не как я на запоре езжу.
Вадим, бери уроки по дрифту. Не надо там разгон какой-то 140 брать. Просто на месте все боком выставляешь. Столько ТЗВО сегодня возле деревьев было. Чик-чик-чик и проехал. Чероки слышали, что случилось? По рации передали у маленького Чероки передний кардан. И они развернулись, поехали домой. Нет, надо разворачиваться. Миш, не варим. Давай еще. А, все, стоп. Просто ничего не вижу в этом бункере вообще. Как катан. А есть еще вож? Давай. Незаменимая вещь. Вот возите с собой всегда. Вот, ну мы ладно, на оффроуде, да, нам надо как-то почистить стекло. Но мухами залепило стекло, там грязь какая-то, пыль. Всегда остановились, вот, попшикали вот так. У нас понятно экстремальные условия. И почистили зеркала, фары, стекла. Главное, горизонтально разработано так, что когда вы горизонтально чистите, у вас стекает все вниз, все размачивает, никаких разводов не остается. Есть с антисептиком, есть универсальный, есть летний, есть зимний. И также есть с эффектом антидождь, то есть если вы регулярно пользуетесь вошером, то у вас будет эффект антидождя, то есть будут капли скатываться. Купить можно магазины «Маяк», «Перекресток», «Метро», «Лукойл», заправки «Роснефть» и многие другие сети. Поэтому практически сейчас везде уже наводнили вошером, я его вижу постоянно на полках. Если вы хотите купить, сэкономить и купить оптом от 20 штук, вы можете по ссылкам в описании перейти, заказать, вам прямо с производства пришлют упаковку, и будет очень хорошая скидка. Вот, а мы сейчас чистимся и едем дальше. Даже глину смывает. Я ее с пальцев не могу стереть. Там ездим, нам надо и главное не касаться деревьев задания. Да, да, да. Судя по ободранному дереву, все дотрагиваются зеркалами. Чик, миллиметр. Это вообще дверь ювелирно.
наверное, да? Не, нормально. Еще проехал 13, во сколько, да? Проехал. Во сколько мы сегодня начали? В 11 сейчас. Почти 6. Стоп! А теперь
вот это вот плавно и нога будет сюда. Налево, но направо. А вот. Похоже, два раза надо будет. Как думаешь, я поеду там или там? Там было бы прикольно. А здесь? Просто проедет и все. Он хотел справа поехать, и когда вот котлет это жестко проходил, я уже точно не смог. Какая котлета? Ну, джип. Судя по... Судя по подвертку колес... Да, вот туда. Вот туда, туда. Хорош, хорош, давай из этого положения пробуем. Я так понимаю, он даже не бился, у него, видно, сыграла подвеска. Да, она подвеска. Оторвал, помыл. Сейчас только не упал. Что, он тоже туда заходил? Ни один бумер бы здесь не проехал никогда. А у тебя более короткая машина, сможешь ли здесь перевернуться? Главное, чтобы переворот и не заскочить. Потому что есть вероятность, что на твоем этом заезде в будущем будут учебники писать. Гравитацию, да, преподавать? Нарушение гравитации. Выстегивать. Стой. Пока живой. Опа, почти, давай. Дай помогу ему, дай сюда, давай. Колеса влево до упора, еще сильнее. Эх, опять другое лево. Все правильно. Все. Так, вытягивай. Давайте спасать. Да. Так, давайте что-то решать. Глуши его. Ты сильно на дверь не облокачивайся. А вы это я уже не регулирую никак. Отдай еще. Говорю, теория с переворотом короткой базы работает на 99%, по-моему. Пипец, приехали к джипкарскому. Это какой-то ужас. Я такого никогда не видел. Такого наплевательского отношения. С моего рака!
вот схема рабочая, пацаны. По тебе напишут теперь учебники и научные статьи. Никитос привык, у него есть боксы, он там занимается всякими тачками, полировками, все так красиво, девочки там танцуют, бронепленки клеят. Ну, говорю, поедешь с нами на упровод? Ну, говорю, поеду. Сам не понимаю, куда вообще вляпался. Тут его заставляют без носков ходить по лужам. Мы победили этот маршрут, все-таки он реально проезжабельный. Красиво прошло. Красиво. Да. Такого на канале еще не было, Миш. Ну что, подведем итоги сегодняшнего дня. Главный итог, что Миша сегодня в процессе этой покатушки высказал такое мнение. Может быть, нам еще добавить 10 сантиметров клиренса прадику, поставить туда колеса нормальные и начать хорошо ездить, уже не быть обузой. С другой стороны, если мы поедем со стандартными машинами, мы, естественно, будем иметь огромное преимущество, а сейчас мы были обузой. Но, тем не менее, мы покатались, показали вам
кучу врэнглеров подготовленных, которыми Денис очень сильно гордится. И меня многие тоже пишут комментарии: купи себе врэнглер, зачем его покупать? Я могу к Дэну сюда приехать, правильно? Конечно. Взять любой клиентский автомобиль, покататься, не надо чинить, не надо мыть. Все в порядке будет. Приезжают. Подписывайтесь на пацанов. Всем пока. До новых встреч. Че, удивить тебя? А что ты делаешь? Мы так поверхностно машины помыли в Москве, ага. В Подмосковье. Проехали 800 километров. Доехал отстать, только антифриз потребовал. Мне кажется, ты мне ничего не отмоешь. 120. И стекла поменяешь. И стекла все сделаешь. И сколы все сделаешь. Ну она была вся такая, просто мы так поверхностно помыли. Это серьезно, а? Это как? Это я еще траву убрал отсюда. Ну да, а что? Ты капотом, наверное, ехал. Ну просто тряпкой протрите так. Я скажу так, что? Ну а что на чистой машине на мойку приезжать, да? Ну понятно, да. И чтоб ты понимал, она и внутри такая, и снизу такая. Вы просто сверху ее облили, и все. Значит, будем заниматься. А ты все снимешь красиво. Просто, ну, вы часто просите показывать, что происходит после покатов. Это машина после детейлинга. А, вот, сапоги все надо помыть еще. Трос постирать надо, помыть тоже с кёрлингом. День возил двух операторов, которые изгадили его полностью. Иди сними. Сиденье сделали. Мы... Это все, что удалось собрать, а остальное не нашли. Это с Audi? Да, там днище нет. Я могу сказать одно, что Audi, которая заехала в лес, нет, и которая выехала из леса, это два разных автомобиля. Ну а где ремонтировать стекла, менять стекла, полировать фары, затягивать броню и хорошо помыть машину в Белгороде? Будет ссылка в описании. Антон снимает для джип-кастома. А я им покурю на камеру. Канал заблокировали. Поматерить, да? Блять, давай. Я здесь проезжал уже до этого. На чем? Во сне. На лошади. Я стараюсь ничего не испачкать.